Я пойду к себе. Бахар, что случилось? Эзель, да? У меня такое чувство, что я лишняя. Будто у него кто-то есть, а я встреваю в их отношения. Нет, не встреваешь. Он так быстро морочит тебе голову, не понимаю. Его нет, потом он появляется, и ты становишься сама не своя. Его вины нет, он хочет, чтобы мне стало лучше. И чья тогда это вина? Чья вина? Конечно, этой женщины. Что за глупости? Ты не знаешь ее. Вовсе не глупости. Эзель хочет любить меня, но не может из-за нее. Причем тут она? Если бы любил, то любил. Притом, он так много делает для меня. Если бы не было этой женщины, он многое бы сделал для меня. Она должна остаться в прошлом. Пусть возвращается туда, откуда пришла. Посмотри на себя. Что ты знаешь об их отношениях? Может, он не такой, как им кажется. Откуда ты знаешь? Эзеля выгораживаешь, а женщину превратила в дьявола? Да. Потому что я не знаю ее, зато прекрасно знаю Эзеля, понятно? Я знаю его лучше тебя. Ты не расскажешь мне, да? Ты никогда не расскажешь, с кем спала. Все кончено? Ты покончила с ним? Не так ли? Джан, я пришел. Твой папа вернулся. Эзель, все хорошо. Джингис вернулся домой. Теперь он в моих руках. Убивает ли ложь невинность? Предательство убивает. Тайна убивает. Теперь я знаю лучше, чем кто-либо другой, как отомстить. Потому что я, чтобы отомстить, собственными руками задушил свою невинность. Эзель? Бахар? Эзель, что случилось? Я больше никогда не вернусь. Я больше никогда туда не вернусь. Куда? Куда ты не вернешься? Что я наделал, Бахар? Что я сделал с собой? Ничего. Ты ничего не сделал. Что я сделал с собой?
что я сделал с любимыми. Иди сюда. Все будет хорошо, не переживай. Нет, не будет. Хорошо уже не будет. Я думал, что смогу вернуться. Думал, что смогу, Бахар. Я хотел вернуться. Я хотел вернуться домой. Что я сделал? Что я сделал такое, Бахар? Я сделал такое... Мое лицо. Мое лицо. Теперь никто не увидит меня. Я вижу тебя, Эзель. Я вижу.